Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить чечевичные котлетки. Рубрика «Готовим сами». У меня есть отдельный плейлист, там все сохраняется. Там в плейлисте вы можете найти, как я готовлю блины в бутылке и любимые итальянские ньокки. Очень легкое, вкусное блюдо. Посмотрите, это уже, получается, будет третий рецепт на канале. Решила сегодня приготовить чечевичные котлетки и сразу заснять вам весь процесс. Так, для этого нам нужно чечевица красная 250 грамм, 2 морковки, 2 луковицы, 5 головок чеснока, черный перец у меня здесь и красный тоже молотый перец получается. Также нужны сухари. У меня здесь пол тарелки, я не знаю, наверное, не все уйдут, посмотрим. Вот, это нужно в конце, чтобы обваливать чечевичные котлетки. И немножко муки. Вообще нужна манка, манная крупа, 2 столовые ложки. Но у меня ее нету, поэтому вместо нее я буду ложить муку. Теперь соль, перец по вкусу. Опять же, соль не стала показывать. Кто хочет, некоторые добавляют карри, но мне не нравится. Вот, если хотите, можете добавить карри. Также нужен соевый соус. У меня вот синкан соевый соус классический. 2 столовые ложки буквально нужно. Это нужно будет его использовать при обжарке. Сейчас в первую очередь я натру морковь. Мелко нарежу лук, чеснок. Потом, получается, все это в масле подсолнечном обжарю. И еще нужна будет терка, чтобы вот морковку мелко натереть обязательно. Я обжарила вот на сковородке минут 10 лук с морковкой, с маслом. Еще ничего не солила. Сейчас буду всыпать чечевицу. И, получается, стаканом воды залью. Добавлю 2 столовые ложки соевого соуса, перец, соль по вкусу. Как видите, я добавила чечевицу, потом соевый соус и 2 вида перца посолила. Сейчас я все перемешаю и буду томить минут 15. Потом нужно будет все это остудить. И дальше увидим. Смесь в сковороде у меня обжарилась, я немножечко ее остудила, чуть-чуть еще идет пар, вот, ну, полчаса где-то, может, меньше прошло уже, поэтому я добавила муку. У меня не 2 муки, не 2 столовые ложки муки, а 4 я добавила. Перемешиваем все тщательно. И затем опять оставляем остывать. Я хочу ускориться, поэтому у меня, в принципе, смесь более-менее остыла. Я засуну сейчас ее в холодильник, чтобы немножко ускорить процесс. Как только остынет, в холодильнике, наверное, еще минут 10. Смесь немножко остынет, надеюсь, мне нужно ускориться, потому что скоро уже ужин. Я возьму крошки от сухарей. И сделаю котлетки. Кто-то обжаривает на сковороде, я хочу запечь в духовке, вот, на листе. В общем, я покажу, когда они будут сформированы, и засуну в духовку минут на 15-20, наверное, думаю, и будет готово, даже меньше. Вот такая вот чечевичная котлетка получается. Я сформировала, из-за того, что муку добавили, она хорошо пристает. Не разваливается, держит форму хорошо. Присыпаем все сухарями. И котлетка готова. Сейчас доделаю все и сниму вам их. Вот такие котлетки у меня получились. Я их засунула в морозилку. Опять же на минут 15. Вытащила, сейчас разложила на противень. Заранее подготовила разогретую духовку. И... минут 10-15 духовка у меня стояла. Получается, когда я в холодильник положила, я сразу поставила духовку. Включила, чтобы разогревалась. Поставила выпекать при 160 градусах. С двусторонней, сверху, снизу подогрев получается. Сейчас на 15 минут. И все.
Котлетки готовы. Сейчас конечный результат засниму. Вот и все, вот такие котлетки чечевичные получились. На вид очень аппетитно, вкусно. Я буду подавать с макаронами. Также советую сделать какой-нибудь сливочный соус к ним, либо любой другой, на ваше усмотрение. Всем приятного аппетита. Не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, пока, чао-чао.